Огромное спасибо вам за труд. Мы работали в полном понимании. Привычно началось и неожиданно закончилось сегодня заседание Минлесхоза. «Я устал и прошел все этапы», — сказал глава ведомства и подал в отставку. Для коллектива это стало шоком. Хочется выразить благодарность вам. Премьер Алексей Песошин отставку принял. За работу — награда. Медаль ордена за заслуги перед республикой. Хочу поблагодарить Алмаза Ильича за тот большой пройденный путь в лесном хозяйстве. 43 года. С сентября 2014 года уже на посту министра. Таким образом, итоговая коллегия Минлесхоза стала итогом работы и самого министра. Наследство же будущему руководителю, а пока неизвестно, кто им станет, остается ряд вопросов, которых предстоит только решить. Главной проблемой в лесном хозяйстве остается постановка земель на учет. Сейчас кадастровые работы ведутся только в 8 лесничествах. Остальные 22 только планируют определить свои границы. Поставлено на учет в государственном лесном реестре 473 лесных участка. В республике на кадастровый учет поставлено 19% лесных земель. И такая проблема в масштабах всей страны, констатируют федеральные чиновники. Сейчас основная проблема в судах, вот что именно, что вот границы лесов не установлены. Из-за этого получается, как бы не всегда Министерство лесного хозяйства, Росимущество в судах как бы не всегда выигрывает. Теперь юридические тонкости планируется урегулировать. Тогда избежать наказания от самовольного захвата земель будет практически невозможно. Защита леса и развитие хозяйства в целом – одна из приоритетных задач регионам от президента страны. Ключевое значение имеет охрана, защита и воспроизводство леса. Лес нужно спасать и от незаконных вырубок. Ущерб от нарушителей лесного законодательства в прошлом году составил 11,5 миллионов рублей. Выявлены случаи самовольного захвата земель лесного фонда, попытки вырубки леса и освоения земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Татарстан считается малолесным регионом. В помощь искусственное восстановление насаждений и лесоустроительные работы. Задача – сохранить и приумножить лесное хозяйство. Салават Ахмадуллин, Даниил Фулатов, ТНВ, Казань.